Всем здравствуйте. Май месяц у нас. Продолжаем охоту на косулю. Вот такой плешивый он выглядит. Наполовину уже вылинял. А, вон к нему еще один пришел. Я думаю, он от нас бежит. Попробую выйти. Вот они, короче, в кустах там. Блин, в лес заходят. Пытаются друг дружку гонять. Плохо видно. Сейчас попробую еще подойти, если не спугну ветер от них. Не успеваю, в общем, за ними. Друг друга бегом гоняют. Сейчас где-то вот по вот этим вот кустам последний раз видео мелькнули. И не знаю, то ли один все-таки уже убежал, то ли так в паре они там идут. Видео одного. Если они вместе, тогда есть шанс еще ближе подойти. Бдительность у них притуплена. А если он уже один, то он будет идти поосторожнее. А так-то, по идее, он должен вернуться сюда ко мне. Изначально он шел сюда. Потом его второй отвлек, и он пошел его прогонять с территории. Сейчас потихонечку пойду вперед. Не знаю, видно, нет, но в общем вон он стоит прямо ко мне повернутый. Ветки шоркает. Попробую выйти все-таки. Хочет сюда идти. Буду еще пробовать тогда смещаться. Вот какой-то он колодец нашел. Воды мало и грязная. Эх. Вот и сейчас опять там или даже три, что-то, короче, не понял я. Ну, они идут, я иду. А на ворон, чтобы не ушел. Вот. Вообще уже коза. Может быть, она мне третьей показалась. Вот так вот. Коза-то меня сразу спалит. Ладно, смотрим дальше. Вот он, в общем, рогатик ходит. И к нему коза идет сейчас. Вот слева от берез. Так, второй куда-то делся. Или уже прошел вперед. В общем, не успеваю я за ними. Одного где-то потерял. А вот коза. Да. Которая бежит и пытается отделаться. Вот от этого. А вон и второй там. В общем, месяц май. А ведут они себя, как будто у них любовь.
Вот этот с деревом любовь играет. Нет, природа берет свое. Ладно, пошел я за вороном. Ушел я, это, в общем, за ними метров 400 прошел. Может, я их сейчас еще обрежу раз или не раз. Судя по тому, как они двигаются, бегут они далеко. Ну, вот так вот тут. Вот так вот, в общем, по следам косули. Ну, ролики так и будут, наверное, называться «Охота на косулю». Потом какое-то название к ним придумаю. По-другому переименую. А пока вот так вот фотоохота и видеоохота. Уже начал переживать, что ворона найти не могу. Оказывается, я сильно далеко ушел. И лес зеленый. Его и не видать. Забирал просто я его от кобылы. Он сильно не хотел уходить. С ума сходил. Думал, вдруг туда и рванул. Да, красавец? Ого, ты молодец. Дождался. Дождался, молодец. Без мяса, я без мяса. Просто я хожу, просто. Поедем дальше, да? Встает ворон, да? За деревьями. Расстояние до него тут. Это на камеру еще далеко. Никак не хочет. Чуть не симметричные. Чуть не симметричные. В общем, с того места только ушел, где козел, вернее, где два козла было и коза. Ой, дождь опять пошел. И сзади сразу козел заорал в мою сторону, как бы двигаясь. Посидел, думал, выскочит. Не выскочил, пошел в сторонку куда-то. Немного. В общем, прогнал он того козла, который с лохматыми рожками, более лохматыми был. У этого вроде тоже в итоге потом один показалось мне. Еще часть волосатый. И, в общем, поскакал я полем. Наверное, я километр почти проскакал по ходу ихнего движения. Не такая проушина хорошая, смотрю, в лесу. Думаю, сейчас я ее же тоже, чтобы проскакать мне. По лесу шагом все равно хожу, чтобы побыстрее было. Время мало остается. И, в общем, в проушину заскакиваю, козел этот с козой. И, в общем, я их еще дальше угнал. Вот так вот. Ну, едем дальше. Опять проскочил, да, ворон? В общем, все лежат по краю вообще. По краю, либо он сейчас вон там, он где-то с леса выскочил. На канистру мы на какую-то наехали. Не хотят в дождик ходить. Но я сам тоже предпочитаю в дождик дома сидеть. Дворников у меня на очках нет. И совсем некомфортно ездить. Но поехали мы. Фотоловушки, флешку поменять, с другими настройками туда сейчас поставлю. То что-то она мне ничего не шлет, не дает о себе знать. Как будто там зверя и нету. Ладно, едем дальше. Включение прямое с коня. Вот такие вот находочки у нас. Это, наверное, прошлый год, да, ворон? Он от нас как убегал, так их стрес. Так. Оп-оп-оп. Не упасть, главное. Главное не упасть. Главное не упасть. Блин, жалко. Мышами погрызены.
Вот такая красота была. Вот такая красота. Ворон. Как ты думаешь? Ну-ка. Ищи, ищи давай. Давай, бери запах. И мы его найдем потом осенью, да? Вот так вот. А рюкзака опять у меня с собой нет сегодня. Но я их точно не брошу. Сейчас как-нибудь возьму и до знакомого места доеду. Там оставлю. Тут не знаю я, где мы сейчас находимся. Примерно только направление. Ну вот так вот. Меня это порадовало. Редко я их нахожу. Блин, так сел удачно с ними. На коня. Проехал метров 500. И там два козлика идут. Вроде рогатые. Пытались податься то, что... Сейчас попробую на край выйти. Посмотреть. Подкрадываться, конечно, хорошо. Нет, коза. Дурак этот козу гоняет. И стоит с довольным видом. Я, говорит, молодец. Ворона увидел. Похоже на то. Может быть, еще один идет. Что у них за мода-то такая за березы прятаться? Блять, поросит. Сейчас пройду еще вперед. Бежал, в общем, он влево туда куда-то. Он из леса выбегает. Чего у него на уме, не пойму. Решил ворона, что ли, с-под ветра обойти. Что они все вытворяют. Так, ну коза меня увидел. А нет, это тоже вроде рогатый. Только-только рожки пытаются расти у него. Ладно, едем дальше, пока не стемнело. Что-то я, чем больше сейчас на местность смотрю, тем она для меня совсем незнакомая становится. Так, ворон у меня стоит. Ну, в общем, что еще где будет, включусь. Ну, а пока вот так вот. Ну и что вы думаете? Приехал я со сменной флешкой. Ну, в общем, флешку-то я сменил, да. А вот ту, что была в фотоловушке, как-то случайно выронил куда-то. Блин.
вообще не вижу. Маленькая черненькая флешка. Там должно быть, наверное, куча зверья нафотографировано. И я ее потерял. Вот где-то вот здесь вот я с ней сидел. Доставал ее с фотоловушки. О, вот она. Фу, хорошо. Хорошо-то хорошо. Ну все. Сейчас поставлю. И домой. То козлики раскричались. Так, ладно, сейчас отключу вспышку, а то они меня спалят. Но если что еще засниму, то засниму. Если не засниму, то всем пока.